владели, в принципе, инициативой всю игру. Хорошо, что выиграли. Были моменты, но могли и пропустить в конце, конечно. Но на тот настрой, который у нас был, в принципе, я думаю, что мы заслуживали победу и в конце концов добились ее. На самом деле понимал, да, что нужно больше агрессии. Наверное, чуть в первом тайме не хватало больше агрессии, игры какой-то вперед. И, наверное, понимал это. И плюс соскучился по футболу. Наверное, может быть, и этот факт сыграл, что нужно разгонять, нужно налаживать все еще связь с партнерами. Поэтому все только начинается, я надеюсь, но в плане того, что 3 очка – это очень важные 3 очка для нас в данной ситуации. 2 матча осталось, сейчас готовимся к «Динамо», очень важная игра, интересная, поэтому потом с «Крыльями», поэтому смотрим вперед и надеюсь взять все эти 6 очков в будущем. Сразу, наверное, увидел, что это рука и пенальти, и потом, да, сразу взял мяч, там, конечно, Изи хотел ударить, но он отнесся с пониманием к ситуации, к моей. И, конечно, хочешь не хочешь, ты будешь переживать, потому что последние минуты там матча и 0-0, понимаешь ответственность. И на самом деле очень большой момент сыграл, когда подошел к точке. Немножко переживал, но болельщики, хочу вам отдельное спасибо сказать, когда начали кричать мое имя, это придало мне уверенности. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Этот гол, можно сказать, посвящаю, не то что посвящаю, а мы вместе сделали его, и поэтому спасибо вам большое за поддержку, на самом деле очень приятно.